Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически. Он удержится с заработной платы, но в ряде случаев физические лица самостоятельно должны рассчитать сумму налога и подать налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ. С 1 января 2019 года стартовала декларационная кампания 2019 года. А это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до 30 апреля 2019 года. Напоминаем, что представить декларацию 3НДФЛ следует при получении дохода от продажи имущества, например, квартиры, земельных участков, транспортных средств, находящихся в собственности менее минимального срока владения, от реализации имущественных прав, переуступка права требования, при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, при получении дохода от физических лиц и организации, не являющихся налоговыми агентами, работодателя на основе заключенных договоров и договоров гражданского правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества, при получении выигрыша в сумме до 15 тысяч рублей, при получении доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или другие лица, занимающиеся частной практикой. Исчисленную в декларации налог уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 года. Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2018 год, исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, например, стандартно-социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, установленный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года без каких-либо налоговых санкций. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган. Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, а также прилагаемого налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. Налоговую декларацию необходимо представить в налоговый орган по месту своего учета по прописке.